Всем приветики. Так, сейчас я буду завтракать. Я хочу. Время 12 час, уже час дня. Я буду завтракать. Ну, потому что у меня дела были. И сейчас я покажу, что я буду делать себе. На днях, я не помню, делала я распаковку или нет, я покупала такое, как ассорти, брокколи и цветная капуста. Вот я сейчас чуть-чуть притушу, ну, чтобы жестким не было. И вобью туда 3 яйца. Будет омлет с брокколи и цветной капустой. Время 3 часа дня. Я только выгребла. На улице минус 10. В принципе, нормально. Я думала, будет прям совсем холодно. Сейчас иду в магазин и на Валберес. Я там кое-что заказала. Но такое, не из шмоток, а себе. Ну, что нужно мне. Семена у меня там позаканчивались. Потом сироп. Только сироп, знаете, я заказывала все время пол-литра. А в этот раз я заказала литровый. Думаю, что мелочиться-то? Соленая карамель. Да, литр. Что-то еще я заказала. А, сахар за. Ну, покажу вам. Не помню уже. Ну и мой соус, все. Вот. Так что надо забрать. По-моему, уже все пришло. Просто мне снимать руки. Рукам холодно. Так-то вроде ничего. Фу. Ты оставила 200 рублей? Я с цены переведу. У меня есть. Так, сейчас будет быстренько и коротко распаковка. Господи. Ну, вы понимаете, да, после шапки. Быстренько и коротко распаковка. Сразу Валберес. Это у нас, я так думаю, что это сахар зам. Все-таки в пуховике мне еще жарко. Ну, минус 10, это не такой холод, чтобы мне в пуховике. Я все, мне было жарко. Все. Поэтому пуховик, я не знаю, когда будет минус 15, 20, тогда еще ладно. А в минус 10 не. Заказала такие же, такой же сахар зам. Блин, мне что-то этот палец прям нарывает, не знаю. Такая маленькая-маленькая точечка. Я уже ее и перекиси, но я даже если покажу, даже ее не заметите. Но она прям болит и нарывает. Сахар зам, 100 пакетиков. По-моему, 100, да. Так. Дальше. Я уже вам сказала, семена. Сейчас, наверное, те, которые у меня чуть-чуть остались. Я их пересыплю в эту баночку, которая поменьше. Здесь полкило. Сейчас у меня килограммовая, но я заказала поменьше, полкило. Вот такие семена мне очень нравятся, очень. Здесь у нас что? Семена тыквы, семечки, семена льна и черное это у нас что? Ой, чтобы ваше время просто не тратить. Сейчас, давай. Это какая-то сахар? Да, это сахар зам. А, кунжут черный, кунжут белый, вот. Семена кунжута еще. Очень мне нравится и салат добавлять, и да во все. Так. Это, конечно же, мой любимый танцор диско. Мой любимый соус. Я турнир в футболе выиграла. Молодец. Мой любимый соус том-ям. Не буду его сильно распаковывать, потому что он запакован идеально. Пупырка, пакетики, коробочки. Молодцы. Том я. Обожаю этот соус. Мой самый любимый. Так, дальше. И что у нас вот это? Я же вам даже говорила, да? Ну, я уже сама не помню. Куда я делала-то? Я же только что открывала. А вот свою пилочку, пилочку. Пилочка открываю. А, этот сироп, литровый. Че мелочиться-то? Литровый сироп, кстати, стоил 400 рублей. 399 рублей. Соленая карамель, я уже вам сказала. Хорошо запакован. Литр. Вот. Не знаю, будет видно, какая-то хрень ко мне прилипла. 1000 миллилитров. 1000 грамм. Так, есть. Все, Валберес, все. По шмоткам я ничего не заказывала. Распаковка пятерочка. Яйца. Быстренько. 98 рублей. Что-то яйца так подорожали, блядь. Клубничка по акции замороженная. 69 рублей. Хлеб.
две любимые детей шоколадки по 120 рублей. Именно вот эти они любят с Орео. Орео. 22 рубля губки. Дезик 169. У меня там дезик заканчивается. Салфетки 44 рубля. Влажные. Хелдер 240 рублей. Маленькие 200 миллилитров. Молоко Простоквашино 2,5. И последнее, что я взяла, это блинчики с ветчиной и сыром. Это Сережа любит по акции. 120 рублей. Все. Вот и вся распаковочка. А ты уверен, что он точно нормальный? Илюха хочет поменять себе ноутбук. Свой продаст, какой-то другой возьмет, более мощный, я фиг знает, но Илья, видимо, знает. Он точно нормальный? Смотри. Будет обидно, да, если ты свой хороший отдашь, а тебе какой-нибудь втюхает. Будет очень обидно. Тем более, как-то вообще странно. В магазин. В магазин, окей. Они сейчас вдвоем с Серегой поедут. А мне русский, кстати, не надо делать. Почему? Я домашнее это в классе сделал. Я сейчас проверю. Уча пустилась, как облако, ветер качает. Обожаю эту песенку. Классная, да? Скажите. Именно вот в этой обработке. Классная. Это только во сне. А ты-то свой шнур нафига мы перепутаем? Так, кто твой шнур? Мой без этой фигни. Шнур, ты берешь шнур, все равно один отдавать. Шнур, он все одинаковый, точно одинаковый. Ну, это шнур положи на место. Или ты сам? А у тебя есть коробка или что? Да. Ну вот, я в его коробку. Ну там, скорее всего, ага, ты в его коробку, а он куда? Им, скорее всего, коробка не нужна. Да нет, мы, скорее всего, коробку отдавать не будем. Ну окей, все равно, куда будете класть? Кого? Давай я хотя бы пакет дам. Да вот мы сейчас так? Поедем за машиной, сюда приедем, а ноутбуки сзади в машине кинем. Они будут сзади лежать. Что они там сзади об сиденье поцарапают? Нет, я имею в виду просто хотя бы в пакетик положить. Да смысл? Смотрите сами. Только аккуратнее, ладно? Пожалуйста, Илюша. Я постараюсь. Да. Сережа, обязательно пристегивайся, понял? Угу. У меня тут спросили, какой сериал я последний смотрела, чтобы мне понравился. И был, ну, я не знаю, у каждого же свой вкус. Как я могу что-то рекомендовать? Ну, окей. То, что мне понравился сериал, он назывался «Секс. Жизнь». Или «Жизнь-секс». По-моему, «Секс-жизнь». Да, там два сезона. Я его просмотрела буквально за несколько дней, конечно же, но быстро. Я обожаю, когда уже все выложено, я не люблю ждать. Так что вот, решила пересмотреть. Ну, вам рассказала про этот сериал, сразу вспомнила, решила пересмотреть. Вот этот классный. Мне нравится, когда сериалы... Ой, так, наверное, на Ютубе такое нельзя показывать, да? Мне нравится, когда в сериалах симпатичные мужчины, конечно же. Конечно, этот сериал не просто чисто про секс. Нет. В нем есть глубокий смысл. В принципе, здесь двое мужчин, все симпатяшки. Блондинчик и там еще брюнет. Ну, брюнет она любила, а за блондина она вышла замуж. Ну, я не буду спойлерить, а то, блин, да? Ну, такой немного откровенный фильм, конечно, это не для детей явно. Так что, дети, даже не вздумайте туда заходить. Ну, это вообще издевательство. Только я начала смотреть этот сериал, не знаю, сколько, минут 20 просмотрела. Отключили электричество. Видите? Отключили полностью электричество. Ну, значит, сейчас пойду в магазин. Думаю, ну, конечно, меня это останет. Просто я только что себе налила кофе. Думаю, ну, как, блин. Я же думала, сейчас попью кофейку, посмотрю сериальчик. Но нет. Но у меня есть мобильный интернет, так что меня это не остановит. Так, тут рекламы. Вот у меня на компьютере классно. Мне Максим, ну, который нам компьютеры делает и все остальное, он мне сразу поставил программу, которая блокирует всю рекламу. Вообще рекламы нет, зашибись. А здесь я уже где-то на 20-й минуте, где-то так. Так, 20-я минута, это значит где-то половина. Блин, ну что это? Тут реклама на рекламе. Это вообще ужас.
Так, нет, это я уже не смотрела. Ладно. Так, включила фонарик. Хочу посмотреть. Но у нас вроде все нормально. Да. Это не у нас проблема. У нас все работает.